Завел в кусты и начал приставать. 53-летний водитель школьного автобуса домогался 6-летней девочки. Инцидент произошел в Юрьев-Польском в апрельские выходные, 28 числа около 8 часов вечера. Недалеко от управления образования, во дворе домов 23, 23А и 25 по улице Луговой пьяный мужчина и нашел свою жертву. Этой историей поделился с нами местный журналист Сергей Трубкин. Увидел девочку, гуляющую на площадке. Там детская площадочка такая. Он подошел, заболтал ее и завел в кусты около гаражей рядом с теплогазом. Дальше он ее там раздел, начал трогать, целовать во все места. Мужчину задержали. Региональный следком возбудил уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении ребенка младше 14 лет. По предварительным данным, 28 апреля 2024 года мужчина, находясь на территории города Юрьев-Польского, под надуманным предлогом отвел незнакомую ему малолетнюю девочку в безлюдное место и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Родители, которые стали искать ребенка, задержали фигуранта и вызвали сотрудников правоохранительных органов. По данным нашего источника, своих детей фигурант не имел. Он находится под стражей. Мужчине может грозить лишение свободы до 20 лет.